Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, Unit 3, часть 3, Step 7, шаг 7, Exercise 3, упражнение 3. Answer the question about the people in the Middle Ages. Ответьте на вопросы о людях, которые жили в средних веках. И вот у нас вопросы есть и под заданием, и слева. Мы будем читать, переводить и отвечать. Did they have televisions? No, they didn't. Были у них телевизоры? Нет, не было. Did they have castles? Yes, they did. Были у них замки? Да, были. Обратите внимание, у нас здесь глагол, вспомогательный глагол did в прошедшем времени стоит в вопросе и в ответе также будет стоять. 3. Did they have gardens? У них были сады? Yes, they did. Да, были. Did they have books? Yes, they did. Были у них книги? Да, были. Did they have clocks? No, they didn't. Были ли у них часы? Нет, не было. Did they have cars? No, they didn't. Были ли у них машины? Нет, не было. 7. Did they have lamps? Были у них лампы? No, they didn't. Не было. 8. Did they have boats? Были ли у них лодки? Yes, they did. Да, были. Did they have computers? No, they didn't. Нет, не было. 10. Did they have schools? У них были школы? Yes, they did. Да, были. 11. Did they have teachers? У них были ли у них учителя? Yes, they did. 12. Did they have doctors? Были у них врачи? Yes, they did. 13. Did they have planes? No, they didn't. Были у них самолеты? Нет, не было. 14. Did they have mobiles? No, they didn't. Были ли у них мобильные телефоны? Нет, не было. Did they have theaters? Yes, they did. Были ли у них театры? Да, были. Вот так мы ответили на эти вопросы, краткие ответы. Обратите внимание, что когда мы говорим no, мы добавляем частицу not к вспомогательному глаголу didn't, сокращенно. И у нас еще есть задание B. Say what they had and didn't have in the Middle Ages. Скажите, что у них было и чего у них не было в Средневековье. Example. They had big castles. У них были большие замки. They didn't have televisions. А у них не было телевизоров. They had ships. У них были корабли. Вы можете свои варианты, я вам даю свой как пример. They didn't have phones. У них не было телефонов. Обратите внимание, что здесь мы употребляем didn't, сокращенную форму, or did not. They had doctors. У них были врачи. They didn't have planes. У них не было самолетов. They had horses. У них были лошади. They didn't have the internet. У них не было интернета. They had schools. У них были школы. They didn't have computers. У них не было компьютеров. Вы можете свои варианты брать из этого упражнения и писать те, что вам нравятся. Чего у них не было и что у них было. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.